Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о добровольном присоединении территориальных общин к городам областного значения. Закон позволяет присоединить соседние сельские и поселковые советы и стать центром объединенной громады без дополнительных процедур, в том числе без проведения выборов. Города областного значения могут возглавить процесс создания жизнеспособных громад. Решения громады принимают, как и раньше, добровольно. Это означает, что села, не определившиеся в вопросе формирования объединенных громад с другими себе подобными сельсоветами, в которых их интересы были бы максимально представлены через избранных селянами депутатов, в количестве достаточном для защиты интересов их родного села, вскоре могут оказаться в громаде, где их голос будет практически не слышен. Закон вступил в действие с 1 мая 2018 года.